Ой, мой брак упряг бы на корень скатился.
Ay, ne güzel dudakların var. Ama ben sevdim. Ah, belki ne güzel bacakların var. Bacakların senden Tanrı rahmet eyler. Keşken bıçaklı, her zaman ayrılabilir. Bir güzel, akıllı başkan. Böyle bir tanıştık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Товарищи, конечно, переходили меня. Да. Но, видимо, другие кандидаты, когда придут, их будут сопровождать свои люди, и тоже добрые будут слова говорить в адрес своих товарищей. Необходимо будет создавать равные экономические возможности для всех форм хозяйства. Считаем, что нельзя, я имею в виду коллективные формы хозяйствования, колхозы, совхозы, государственные предприятия. И это будет способствовать именно проведению такой политики, я повторяю, в меру своих возможностей, Республика Молдова. Товарищи, у кого какие вопросы, пожалуйста, можно устные, письменные формы, или просто, если... Просим вас, расскажите, рассчитайте, пожалуйста, способными детей. Мы получаем еще первый, второй, третий фактор, да, 1994 год. Понимаете, нам еще предстоит осознать, что мы потеряли. А потеряли мы громадную, прекрасную страну и мало что потеряли. Это мое личное мнение. Значит, мы очень сильно связаны с Россией. В России отпущены цены, значит, по всем правилам СНГ наш цены вынуждены были отпустить. Теперь это цены вырастают. И так далее. В России принимают... И законы, которые там будут действовать, мы будем выполнять. Те законы, которые будут способствовать развитию экономики, естественно, мы будем их стараться расширять. А те законы, которые... Вот своего народа. Я отвечу. Значит, это я, государственные экономические правительства Республики Молдова по проблемам Южной зоны. И мы встречались с ними дорога. Вот куда по нашим тенденциям несколько раз встречались. Значит, встречались так, по работе. У меня к ним отношения спокойные, ровные и уважительные. И каждый человек, ну я знаю, возможно, не ищет кого-то. Значит, хорошо. Понимаете, какая обстановка? Если только канал демонстрирует это всю семью. Значит, всему этому надо поставить конец. Иначе не выживем. Дисциплина и порядок должны соседствовать и идти одновременно с экономическими преобразованиями. Мы решаем свою судьбу. Мы сегодня и до 28 мая. То, что зала не слышно вопроса, вы не рассказали, как будут формироваться народные собрания. Будут ли сохранены районные структуры, вот, например, Тараклийский. Съездили визитом и съездили все собрания Кипрского Кипрова. Стерин Меркелов, Сюлина и Георгий Дмитриевич, я
поддерживайте веру Волкана и Татарстана. Почему? Потому что Ермия для председателя колхоза. Обе пойду тока зона юнту идем, камень у меня пасты ючки. Появляться на миллионы. Мама, а ты там они? Почему? Потому что ты. Как вы сам без рекью не работаете там? Сегодня наша встреча с очередным кандидатом Башканы.